Я очень устала. Я 2,5 года над ним работала. Мне нужен перерыв. Ладно, пару недель. Зачем ты изменил меню? Захотел. Да ладно тебе, мы уже 5 лет ничего не меняли. Да, и не будем менять. Почему не попробовать новое? Так попробуй. Да? Но только не здесь. Она прекрасна. Мы тоже так считаем. Могу я внутрь зайти? Конечно. Не стесняйся. Я пошла. Я 2,5 года работала по очень непростому делу, и мне нужен перерыв. Я предлагаю свою кандидатуру капитана на это лето. Вы оба знаете, как сильно я люблю море. Очень неловко. Если хуже не сказать. Да, и что же нам с этим делать? Вряд ли кто-то из нас хочет уйти. Конечно же нет. Этик. Сейчас. Это не инструмент. Вон тот маленький красный тюбик. Эд, я тут кофе принес. О, спасибо. Да не за что. Знаешь что? Ты не с Беннетом Джемисоном говорил? Да, это был он. Он меня порекомендовал Джули с Роландом. Увидимся в понедельник, капитан. Хороших выходных, ребята. И тебе. Да, но мы общались очень и очень давно. Ты собираешься пойти в кино? Без вопросов тогда. Все в порядке. Отлично. Спасибо вам большое. Я еще позвоню. Спасибо тебе за тур. В наше время такие корабли редкость. Я рад, что она попала в хорошие руки. Ну, знаешь, ведь я победил и в качестве награды получил ракушку. Спасибо. На 10 минут. Так, еще грибы. Ладно, оставлю их здесь. Аппетитно. Да, спасибо. Я пришел тебя спросить, есть ли у меня шанс пойти с тобой на танцы? Мне жаль. Все в порядке. Джейк, потанцуешь со мной? Да на корабле я подумал, что ты здесь. Да, мне нужно было подумать. Вечеринка пройдет на отлично. 2 кофе с мороженым, пожалуйста. Его нет, так что... Я в этом не уверен. Особенно насчет Джейка. Мне нравится Джейк. Он мой друг. Слишком много уверенности для одного человека. Прошло много времени, ты, видимо, уже не помнишь. Нет, я помню.